Привет, ребята, с вами Лашка, и в Токобока вышло наконец-то обновление с новой одеждой, и также на почте нам дали какие-то подарочки, так как нам в пятницу так и не дали подарок. Давайте сейчас его заберем и пойдем смотреть новую одежду в креаторе персонажей. Заходим, берем билетик, отдаем его Крампету и получаем наш подарок. О, тут много подарков. Я не знаю, их каждый день давали? И не заметила, или нам просто за раз их так много дали. Ну, вот здесь вот в черной упаковке вот такой, это, скорее всего, как раз-таки к обновлению с одеждой. Сначала откроем вот этот подарочек. Тут у нас какое-то письмо. А, и билетики на какой-то концерт, по всей видимости. Также бутылочка воды и панамка. Ой, уехала. Где она? Вот такая вот. И откроем остальные подарки. Тут у нас светильник вот такой вот золотой, со звездочкой тоже. Тут микрофон, так как нам дали одежду какого-то певца в обновлении. Здесь букет цветов, который нам показывали в тизере. В следующем подарке... О, здесь у нас одежда. Вот такая вот черная кофточка с принтом в виде капельки и звездочки. Я не знаю, в общем, какой-то вот такой вот принт тут везде. Здесь один цветок теперь, такой же, как в букете. И плакат с вот этим вот певцом. Ну, подарочки неплохие, я думаю, что прикольные. Нам дали подарки, вы пишите в комментариях, как вам они. Мне понравились. Ну что, пойдемте смотреть одежду в креаторе персонажей. У меня тут почему-то ничего не загорается, как обновленное, что-то новое, поэтому я не уверена, что смогу показать все предметы новые, потому что я не помню, что тут было, а что не было. Поэтому просто буду заходить в разные разделы и смотреть, есть ли там что-то новое или нет. Во-первых, я думаю, что вот эта вот одежда, это новая. Такая вот черная майка с джинсами и черными ботинками. Вот это тоже, я думаю, новое. Возможно, новая. Я не знаю. Но вот это выглядит прикольно. Мне нравится такая вот рубашечка. Красная в полосочку. И опять же джинсы. В разделе с кофтами. О, ну вот это новое. Здесь вот такая вот футболка с сердцем. И сверху еще красная куртка со звездами. Эта одежда как раз-таки была в трейлере. Тут тоже куртка вот такая вот черная с золотыми звездами уже. И золотыми ботинками. Следующий раздел с официальными костюмами, и здесь у нас вот такой вот костюм, достаточно необычный. Ну, выглядит прикольно, я думаю. В разделе с платьями у нас вот такое вот розовое платье, в общем, тут все розовое, перчатки розовые, обувь розовая, и это розовые носки. Ну, вот такое вот необычное платье, но мне кажется, что тут слишком много как-то розового, можно было какие-то другие цвета добавить. Вот такое, это, мне нравится этот наряд, я думаю, что он прикольный. Такая вот синяя кофточка, снизу рубашка и черная юбка. Такой как будто немножко школьный наряд, но прикольный. Но этот наряд тоже мне нравится. Здесь вот такая вот черная кофточка и серая юбка. Но мне кажется, что без рукавов немножко странновато смотрится. Можно было тоже какую-нибудь под низ рубашку сделать. Но так тоже неплохо. И вроде все остальное старое. По-моему, да. Давайте посмотрим в аксессуарах, есть что-то новое или нет. Я не помню. Были вот эти предметы, самые первые, которые тут стоят? Вот эта кепка. Вот эта шляпа розовая. Кстати, прикольная. Я не помню, просто были они или нет. Напишите в комментариях. А, возможно, вот эту корону нам еще дали, потому что там же в трейлере была вот такая вот корона. Да, по-моему, этой короны не было. И все, ничего больше нету. Вот очки нам какие-то должны были дать, потому что в трейлере были. Вот эти вот, скорее всего, нам дали солнцезащитные очки. Ну, просто такие, достаточно обычные. И все, больше ничего нет.
Обновление с одеждой небольшое, но прикольное. И также нам дали разные подарочки на почте. Мне они понравились. Подарки прикольные, я думаю, нам дали. Пишите в комментариях, как вам это видео, как вам обновление, понравилась ли вам одежда, которую дали, и подарки. Ну, на сегодня это все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. А также подписывайтесь на мой YouTube, Яндекс.Дзен и ВК. Всем пока-пока!